Biscata, orası da здесь. Я. Geliyor problema. No, that's it. No, that's it.
тоже смешно. Два, три, это это есть национальность. Ну, я не хочу уезжать никуда, не собираюсь. Ну, наверное. Ну, на себе так думают просто, да. Но это есть. Не, вот, ну, и что дальше? Что ты меня включишь? Вот на народ это, да. Только если очень подходящие условия будет, хотя тоже вряд ли, потому что что мне порукой? Какой еще порукой? Да, то есть, насколько я владею материалом, у меня нету даже материала никакого, ну, кроме того, напечатанных нот, да. Ну, то есть, типа того. Ну, как бы, опыт работы просто нужен. Ну и на народах. Так спрос. Спрос. Разберемся, что ты хочешь сказать это за. Ну вот это у меня. Ну, страшно. Так резво. Ну а что тут хорошо? То есть, тебе звонили, что у меня хорошо? Нет, не в нем. Благодарю. Благодарю.
Но вот этого мне это видно. Получается, то, что... Я там что-то вообще не знаю. Обороты. Обороты, да, понял тебя. Да, наоборот, да, не понял. Вот это есть на самом деле. Вот это было. И ты что хочешь сказать? Это что? И дальше, и. Да. Вот это он в мире был. Полно, и где это полно работы, где оно. Десяток думаю. Ну, он понимает. Ну, не, значит, нету работы на самом деле. Вот это, что такое там вообще? Наоборот, начали. Да, наоборот. Не получилось. Это что-то такое, да, типа, неясно даже, что там, ага, там, фейспалм, там, чувак с фейспалмом, с этим, где там, а, нет, ну, тут вообще, может, это клиент какой-нибудь. Так он как бы русскоговорящий. Не скажешь даже. Знаешь, что?
со мной говорить? Русскими чертами. Ну вот там бороду. Ну да, да, да. Андрей. Эх. Вот тебе, блин, не знаю, что тебе ответить, понимаешь? Thank you.
полный дом. Если я такой нормальный, то я не знаю. Ножки да ножки, ножки. Нравится никому, никому не говори, что ты обидишься. Ладно.
солила. Чтобы хорошо было мне. Свобода. Свобода. Она понимает, как постепенно. Overweight. Вообще нету, что самое нету. Горячее, холодное уже теперь, да. Зачем я говорю? Вот это на месте. Да не, помню.
понятно, понятно.